По-моему, нет. Сейчас туман, карпышка, летим, один манда, все наши. Кто там на авиации в Англии рулит? Туман. Расканируется Северную Италию. Так, я сейчас занимаюсь югом. Нам нужно знать, туда там. Туман, мне нужно 6 крепких истребов на крите. 6 крепких истребов на крите. Держите паузу. Держим, держим. Объясните, кроме Греции, ничем командует тот в Греции пока. Говорится, от сердца отрываюсь, они на севере Франции стоят, черт, забираю их оттуда. Сейчас там прилетят, они там показывают связь. Алло. Ты, Клядина, я надеюсь, сначала сел на Францию, только потом на Грецию? Нет, сначала сел на Францию. И... Ну да, потому что я на совке тут разбираюсь, чтобы потом ну, не прыгать. Ты взял бы войска Греции? А мне не пришло. Ну, кому-нибудь там идем, возьми войска Греции, чтобы я мог выйти. Все. Все, выхожу из Греции. Только сейчас технологию поставлю. Охоты. И вём ничем руководить, кроме войск Греции. Так не знаю. Ну пока только ими поруководи, пооббивайся там. Вот это Лёшек. Вообще скоро придумаю тебе ещё что-нибудь. Это нормально. Это поворот. Все, ты готов к леди? Да, готов. Ну, поехали туда. Твои истребители. Рарго, твои истребители стоят на севере Франции. Шербур провинция. Там Беломанш пролив, запад Ломанш. Так, мне нужны. Бомбер. Ты выйдешь из Швейцарии, конечно, только идут через Швейцарию. Народ, где тактики целые британские? Ну, есть более-менее... Нет, они мертвы. Нет, мне нужны нормальные. У нас было 5 тактиков. 2 кто-то убил вообще в ноль. Я знаю, что это Владимир. А были еще... Я не знаю, думаю, что так. Я вижу только... Я вижу один тактический, это поляк. А, вот я нашел. Ловите подарок от Франции. Норвегия еще жива? И Вилон, ты будешь истребители забирать или нет на крит? Я забираю, но... Вся Франция работает на припас союзник. Если хочешь, я их могу сам отправить на крит. Отправляй. Мне так даже легче. На западную отправку. Владимир, ты уже на Франции, да? Я, да, на Франции. Окей. Смотри, что прям опасно. Кубики вот 53. Ты на западный, это там без самолетов не отправил? Угу. Вымени 4 прокачанные исследования в маневренной войне. Зачем? Это ж всего 2 техи практически. Которые она ускоряет. Там целая куча доктрин. Чем вымени не прорываться?
Его нарисую, объясни, где мне командовать. Чем именно? Я не знаю, у нас недостаток людей был не на Британии, а на США, на Штатах, и на Канаде, и на Австралии. На Британии у нас и так достаточно было. Просил на Британии. Ничего не объясняет. Надо было его на США посадить, а я бы остался. Зачем мне туда-сюда вот переходить со страны в страну? Мне кажется, это неправильно. Руса. Кстати, если что, есть на западе Франции стоят тактики такие австралийские. Вы в Италию кого-нибудь пошлете на север? Авиация. Походу нет. Сейчас пошлем туда секундочку. Канадских истребителей туда сейчас пошлем. Слушай, может этим взять его? Весу, мне кажется, лучше всего. Пусть он там охраняет ее. Понял, что? А мы сами тут уйдем вместе с этими всеми. Зачем он нужен нам? Я таки не понял. Калинина трудно понять, когда он что-то важно хочет сказать. Я говорю, зачем нам в Греции? Может, все-таки задим ее? Греция плацдарм. Для чего плацдарм? Сейчас так тут немецкие танки и все. Немецкий плацдарм. Вон там вот когда придут. Вон там румыны, болгары идут разные. Не защитим ее. Это будет минус большой, потому что не могут сохранять все эти территории. Я их кидаю, истребители вокруг Милана, нормально? Угу. Компионы сейчас. Меня в Афинах стоят укрепрайоны 4 уровня. В принципе, можно отвести часть войск. Не надо, пусть они защищают Грецию. Это не то. Ох, как мы разменялись, полупили или... А убийцы гранфит это линкор, да, их? Это сверх тяжелый обычно. Ну, конечно, поименовался. В этом, в западе Эгейского моря у тяжелого крейсера 12% и 16%. Я вот вижу. Я вижу, спасибо. О. Так, Лизин, ты командуешь югом Франции английскими войсками? Туда едут танки немецкие. Так что... Ну, там горы, укрепления, я не знаю, как будет прорваться. Там еще укрепления есть, если не видите, четвертый уровень. Не вход из запада Эгейского моря, отвезти на базу. Я, тоже послал две французские... Не трогайте вообще вход, пожалуйста. В Анси поставь и в Шамбере. Анси. Меня слышно или нет? Шамбере. Да, тебя слышно. Ле Бур Дуазан. Флот, который в Эгейском море, отвести назад, у него 12% прочности у тяжелого крейсера. Ты, мне кажется, оголяешь эту южную границу нам, потому что сел две дивизии. Не особо эти бонусы от этого, от танков одних. К тебе Гудерин едет с 5 танковыми дивизиями в Франции. Куда едет? Гудерин в Италию едет с 5 танковыми дивизиями. Он едет защищать Сицилию вообще-то, мне кажется. Который вы сейчас в Рафляпе просто. Своих осторожно.
Так что у меня тут флот, который около Афины, отвезти в тыл на починку. Каледин, я подгоняю на юг Франции ненужные французские части. Они, если там что, закроют собой и будут... Они посчитают эти части? Да я вижу, что их нет, поэтому я подгоняю, чтобы они закрыли британцев, если чего. Чтобы они смогли оттуда слинять. Это французские дела, нет? Да я знаю, и там и бельгийские, но там есть английские морпехи ценные. И морпехи стоят. Вот их этом. Надо вывести. Будет, Альпине, если что. Ты глянь на Альпине, сколько аргил Альпине. Блин, Каледин, я тебе говорю про то, что их, если все пойдет плохо, чтобы было чем закрыть и их вывести. Ну, смотри, было. Просто сейчас ты видишь войска севера, а на севере не будет этих, как называется, прикрытие войск. Шарлюра, бой не очень идет, может пошлите туда подкрепление. Они уже идут. Сейчас две танковые дивизии туда зайдут. Слишком как-то рано мне вывезли все эти. У немцев тигры уже. Я тебе говорю, Каледин, ну, чтоб ты понял, чтобы если все будет плохо, чтобы было чем сделать кордон и позволить данным частям оттуда уйти. Так-то на севере находится 20 французских. Я не думаю, что ты удержишь оборону, потому что там много горняков и немецкие танки подойдут. Это Сиди. Вопрос только времени, когда они пройдут. Что делать? Что его? Какая уже? Едут в это Шарлеруа две дивизии танковые. Только вы с воздуха прикройте, а то они бомбят и бомбят. Уже три есть, получается. Одну из этой, из Мобежа. Отправил я. Будет уже 17 июня. 17 июня. Придим контроль лучше войска на юге Франции за Англию. Сейчас там начнутся. Мне кажется, они делают. Мне кажется, танк едут на Сицилию. А что им на Сицилии делать? Охранять ее. Они ведь не зают ее. Зачем им охранять, если у них приоритетная задача Францию захватить? Ладно, давай посмотрим. Горняки идут, конечно, Не, ну ты включи логику, подумай, зачем ехать на Сицилию, если горняки, им надо Францию горняки, сейчас попытаться. Горняки идут на мою границу, это я знаю. А вот куда идут эти? Коллеги на свою логику, не мешайте. Идем, распускай все, что мы слушали. Радуга, я не буду этого делать. Почему? Потому что через час они уже поменяются местами. То, что ты выпал в этот момент, это твои проблемы. И что? Подожди. В смысле, я тоже буду сейчас ходить в огромный флот? Что это за фигня? Не бьем. Короче, у меня корабли через час меняются местами. Если ты в этот момент... Ну, бомбежку, таблука, значит? Нет. Идем, подожди. Что это за фигня? 24 корабля, ну... Ну, я тоже могу зерги начать водить. О, хук затонул. Да, Ивиум. За это знаешь, как в Лиге Фридриха бьют прок? Нифига, он специально подождал, пока мои корабли доплывут. Нет, я не видел ничего и собрался выходить. Ничего не знаю. Ой-ой-ой. Штраф. Тем более все там не так много кораблей. Пока вы не распустите, я буду палить. Здесь сидеть и вас палить. Понятно. Ладно, Ивиум. Все. Ивиум, ты админ, кажи, забани этого. Выкинь оливу, Ивиум. Че? С паузами убирать. User left your channel. Insufficient permissions. User was moved out of your channel. Ты что, лыжи не играет? Он лыжи не играет? Что это такое за шпион был? Зачем ты нам лыжи стоит? Я промазал. Что? Я промазал просто. Алло, что? Да ничего.
увеличивался нормально. Алло. Да ничего, нормально, просто случайно выкинули вообще. Не хотели. Сейчас весь корм итальянский флот сольется, смотри. Не, а чё меня кто-то звал там? Никто не звал тебя. Просто случайно выкинули тебя и все. Место звал, Алию. Вот видишь, почему я ставлю пехотную часть, потому что там это сражение интенсивное. Кто направил французский флот сюда? Кто направил греческий флот сюда? Средиземное море под моим контролем. Только я. Я просил не трогайте флот, что вы делаете вообще? Ты что за эти сражения мне вот я сейчас выгоню из линии. У нас просто, видишь, убивает нас. Будто. Сейчас танков просто не останется дивизии, наверное. Какими темпами. Без паники. Шарлеруа на моем личном контроле. Ладно, давай. Берет у нас. Вам придется на куче. Вот в июне сейчас на появится. Вот, ты смотри, как наши танки, они сходу туда, но попадают в бой. Не сидят в резерве, а сразу попадают. Ну, удивительно, потому что у нас, во-первых, идет стратегическое планирование теха, а ты еще министр в защиту. Слушай, а вот это. Вот это. Нас единственное, что нужно делать. Политическая разведка на нас стоит, да? По идее. Халидин, сформулируй свою мысль более чётко. Чтобы повысить нас единство, министр, на политическую разведку. Нас единство надо ставить, значит, из политики свободного... Не, министр, свободное, министр какой? Министр какой? Министра там нету никакого. Ну там он шпионажу. Пусть будет. А, так ты к шпионажу, что ли, хотел? Что ты вообще хотел? Я думаю, тупой лишний подмил. Я думаю, есть какой-то министр, кто там повышает типа, нас единство. Ну, лишний подмил строительство у укрепленных районов. Нет, поэтому... такого министра вроде здесь нету. Хотя я не, понял. Он вроде где-то был. Так, вот сейчас посмотрим. Вот я его поставил. Сейчас проверим просто. Засекай. Четыре, все четыре. У немцев блицкриг закончился? Мы уже скоро должен закончить. В конце июня. Почему он уже закончился? Нет, он идет до 31 июня. Он 5 месяцев идет. 5 или 6 месяцев. Ну, правда, я не знаю, когда они его включили. Но если они его сразу включили, то он уже давно должен был закончиться. Пацаны, в принципе, сейчас можно уже начать потихоньку эвакуацию войск из Греции. Только нам потихоньку сначала все сконцентрировать. Значит, мне кажется, мы сейчас не столько здесь войск на юг Италии, то сейчас мы будем сами прерываться. Просто тупо. Ты видишь, они идут на юг. Помнишь, я говорил тебе? Ты видишь, танчик идет вот из Салы, идет вниз, вверши и дальше вниз. Они пойдут это, вонять Сицилию, как я и говорил, которому пропорцию сейчас профукали.
Где ты вообще видишь танки, ё-моё, Каледина? У меня вся карта темная, я только вижу один пехотинец идет. Ну вот видишь, кто он идет на юг, пехотинец. Они будут пехотинец. А может они специально совершают маневр? Они будут пехотинец в артиллерии. Я вот это... Ну, бросить хоть бомбардировщик французский, пролетите в Ниву, вот, и все. Чем учиться? И истребители послать. Ну, хоть французский АУК есть. Вот, отправьте его. Идем, отправь его. Французский АУК какой-нибудь. Чтобы... Куда тебе его отправить? Слушай, пропали территорию Тарии. Куда идут его горняки с танками? Меня АУКи больше никуда девать, потом. Сейчас я пошлю туда. Какой стратег? Так, народ, хватит меня отвлекать, я на море воюю. Разберитесь, пожалуйста, с вами. Давай, кто там? Туман, займись. Пропали. Итальянский флот. Что туман? Пропали итальянский флот. Возьми какой-нибудь самый нищенский самолетик. Пацаны, короче, море и авиацию будь я добрый, оставляю. Будь добр, говори почетче. Что пропали? Короче, море и авиацию Италию, море пропали. Я оставляю на вас, Италия, так я не разобрался, Италия, что мое. Где-то от Рима и до Милана. От Рима и до куда? Милана. Ну, короче, всю северную Италию. От Рима и выше. Нам нужно видеть, куда идут танчики. Горняки. Мне кажется, они идут на юг. Мы сейчас просто просрали Сицилию. Франция пробует атаковать на мир встреч с боем. Ну, одну дивизию боем из Филиппили пошли на мир. Так, а у нас есть еще истребители? Там, знаешь, танчиков нету. Танчики у нас еще его. Она просто быстро сточится, эта дивизия, и она особо так и не нанесет урона. Больше не попадачу. Вот там танковая дивизия, это было бы прикольно. Там где танковая дивизия послать. А вот есть уже одновременный удар с Брюсселя и Филиппили, вот сейчас посмотрим. Вот уже Шаудюра минус 7 очка, битва. Не бесполезно. Я еще прям обоим сидели, как такое может быть. Понимаю. Путь пойдут. На северный, конечно, может быть. Здесь какой-нибудь. Ну, что делать эти пихи вот эти? 16 пехотной дивизии в Лоудсфоте. Зачем они просто стоят? У нас нету, конечно, есть, скажем так, фронт, который не нужен никому. Вот, отправьте их в Египет хотя бы. Там тяжелая ситуация будет сейчас. Отправьте их в Ливию куда-нибудь, куда угодно. Какой козел? Нет, все нормально. Никакого. Вот сейчас французский, итальянские авики, смотрите, выявлены. Ну да, они вступили в бой. И транспорт тоже пойманы. Ну а транспорт я подловил. Легкий крейсер. Может они все транспорт шли в эту, в Африку, возможно. Радуга вылетел. Черехост? Народ, что у вас такое? У нас радуга. Или подожди. Он с Италии? Да, это он вылетел, Рейнбоу вылетел. Блин, ну радуга, конечно. Он офлс из скайпа, не рехост. Офлс его на скайпа. Радуга мастер отступления. Он отступил. Ну подождите. Своим флотом вот один час, чтобы у меня флоты местами поменялись, вот он нашел этот момент и отступил. Вот как такого человека можно назвать? Я умняшка. Я даже умняшка. Не понял, что ты сказал, но... Так. Чую, что у Италии дела. Говно, чего тебе, Али? Радуга совсем вылетел из скайпа, поэтому не рехостим. Это не значит, что нас паузу снимать. Это и значит. Мы рехостим, да? Нет. Подожди. Нет, кто написал, что рехостим? Кто? Так Радуга вылетел. Что значит, кто написал? У вас на Италии кто-то есть? Он ухнулся из скайпа, ты понимаешь? На Италии.
Если он вообще полетел, то мы, конечно, не будем рехостить. У нас есть игроки. Есть что, пауза отжал кто-то? Ну, нажмите опять. User left your channel. User joined your channel. Так что происходит вообще, я не понял. Причем, видимо, он вылетел. Радуга написал, что он сейчас может уйти вне, по крайней мере. И он остался искать, давайте продолжаем. Нет, он написал, что он... Что он написал? Ладно, забей. Что он может выйти из ТС, он не сказал, что User он может выйти. Да. Но он вышел из скайпа. Блин, Алиев, можешь подождать? Ты задолбал уже. Ноешь, ничего, нифига не делаешь, только ноешь. Не мой я отвечаю. Представляешь, да? Алиев, помолчи. Хорошо. Когда тебя спросят, тогда и говори. Значит, спросили. Тебя не спрашивали. Спрашиваю. Ну, ты статус был большим вопросом. Что там с флотом этой? Радуга ловил его или нет? Нет. По крайней мере, 6 линкоров и 2 супертяжелых у него торчит. Блять, без паузы не снимайте, я же просил. Я не снимаю. Он его в порты загнал или что? Ну что-то он уж, что-то он увел. Не, ну бои морские сейчас идут какие-то. Сейчас нет. А, нет, подожди, один есть. Алиф, а кто первый найти? Радуга. Ну, значит, по-любому рехост. Блин. Ну все тогда. Выходим? Да.